Яндекс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Культ Просвет» и в студии я, Денис Ханов. Мы продолжаем следить за последними новинками книжных изданий, культуры книгопечатания. И уже не раз в этом году мы встречались с гостем, который сегодня у нас в студии, Том Розаускас, издатель и владелец издания Brave Books. Том всегда приводит к нам в студию очень интересных гостей, за это я ему очень благодарен. Но сегодня в гостях у нас его гость из Германии, Себастьян Гугольц, основатель издательства Гугольц, а также специалист по текстам, переводам и авторам, которые часто забыты. Когда-то, может быть, они были известны в конкретной стране или в Европе, потом, увы, они исчезли, и о них редко кто вспоминает. И наш гость ищет подобных авторов, находит их, переводит и издает великолепные книги. Мне удалось перед началом нашей сегодняшней беседы заглянуть в эти книги. Я почувствовал, что мне хочется их гладить, открывать и каждый раз наслаждаться и визуальным образом. Себастьян, добрый вечер и добро пожаловать к нам в студию. И сегодня наша дискуссия будет проходить на нескольких языках, на русском и на английском языке. Уважаемые радиослушатели, вы к этому уже привыкли. Я постараюсь для вас переводить сегодняшнюю беседу, насколько смогу точно. Напомню также, что беседа наша возможна сегодня благодаря звукорежиссеру Родиону Золотареву. И, пожалуйста, участвуйте в нашей сегодняшней дискуссии, задавайте вопросы по следующим телефонам прямого эфира 67212939 и 67213939. So, we will begin with a very simple question. Why do you publish books? Мой вопрос нашему гостю достаточно простой. Для чего издавать книги? Because I can't do anything else, because I love books and I'm quite sure that books are really important for myself and also for the whole society. And I think there is no alternative to publishing books, and even the digital alternatives aren't real alternatives. Ответ следующий. Ничего другого я просто-напросто не умею. Книги важны и для меня, и для общества, и я верю в то, что даже, скажем, что они все еще не теряют своей актуальности, даже дигитальные версии не смогут их заменить. So, you have founded a new publishing house. Isn't it not crazy to have another publishing house in Germany, which is full of wonderful old and new publishing houses, so you must be very brave. Вопрос о том, не является ли это безумием основывать новое издательство в Германии, в которой очень много издательств, и старых, и новых. Of course, it's strange because everyone who's asking me about my publishing house is always saying you are brave or you are stupid or crazy. But I have to admit that I never thought about being crazy or being especially in a specially way brave, because that was no question I was asking myself. I thought, of course, there are many books and many publishers in Germany. I think there are 90,000 books per year published in Germany. So there are many books. But I'm sure that the books I am publishing, so the forgotten and the overlooked books of literary classics, are not represented very good in the German book market. And I wanted to bring them to life or reanimate them. Странно, все, с кем я говорю о том, что я основал издательство, нередко говорят о том, что я либо смелый, либо ненормальный. Однако я сам никогда не задавал себе подобного вопроса. Я уверен в том, что книги эти важны, и так называемые незамеченные книги или забытые книги, я бы желал их вернуть обратно в жизнь. You are participating in the conference, which is dedicated here in Riga to book design, and it's like the subtitle is Visions. So now we will switch over to our other guest, Tom. Could you please inform the audience about your next conference? So it's like a sequence of conferences, and now you have the idea of having a vision. Can you just describe briefly the idea of the conference and where and when? Я хотел коротко спросить Тома о его следующей конференции, на которую наш гость Себастьян приехал и будет участвовать в ней. Речь идет о конференции «Книжный дизайн и книгопечатание». So, please. So, yeah, first of all, yeah, the conference will take place tomorrow from 3 p.m. in nice place Talpa. As usually,
And yeah, it's third conference, and as Denis already said, in the conferences we speak about book design and publishing, and this time we are trying to find people who have, let's say, strong visions in what they do. And Sebastian is one of the guests, and what was important for me just to show his idea to publish forgotten books, what he just mentioned. Other guests are having, let's say, their own concepts. Like, we will have another bookshop which is located here in Riga, Mr. Page, and if people have been there, they could see that it's quite different bookshop, and we'll try to find out why, and why, again, like Dennis was asking here, why it's why one would launch publishing house today. So I will be asking the ladies from Mr. Page why to launch one more bookshop today, like what does it change. And yeah, mostly we will be talking about visions which change our lives, or visions which help us to embark new journeys. And I think this is great topic to talk before summer, before our summer journeys, and what we can discover in them. Завтра конференция пройдет, начиная с 3 часов, в пространстве для культуры Nice Place, как обычно, где проходят конференции, которые Том организовывает. На этот раз учредители конференции искали людей с особым взглядом на мир, с особой визией. И, например, так как наш сегодняшний гость Себастьян, который занимается так называемыми забытыми книгами, таким же образом среди участников будет и новый книжный магазин, который недавно был основан в Риге, Mr. Page. И все те, кто бывали в этом книжном салоне, наверняка заметили, что он особый, что он отличается от других книжных магазинов. И если я спросил сегодня нашего гостя о том, стоит ли основывать новое издательство, то Том мог бы спросить этот книжный магазин, имеет ли смысл основывать новый книжный магазин, потому что их так много кругом. И, собственно говоря, для чего, с какой целью. И, по сути дела, главная идея завтрашней конференции «Книжный дизайн и книгопечатание» — это попытка объединить людей, которые имеют, скажем, особый взгляд и идеи, которые могут поменять мир и открыть какие-то новые возможности для своеобразных путешествий в переносном смысле перед, скажем, в канун лета, когда мы отправляемся и в прямом смысле нередко в путешествие. So it's now all set and clear about the conference tomorrow. Who else will be attending? Кто еще будет участвовать завтра в конференции? So we'll have Mr. Page, we'll have Sebastian, we will have a book designer from Stuttgart, Damien Byrne. For me, he's a person who could make like the whole book just from one sheet of paper, just folding and cutting it, and that's quite unusual. Again, like, he's having some vision, and then it's quite interesting to discover how he's reaching the result. Mm-hmm. And to wrap up the conference, we'll have Mariela Nagle, who is born in Argentina, and she's running a children bookshop, or one could say it's picture bookshop in Berlin. And, well, despite the fact that the bookshop is located in Germany, it has books from all corners of the world. You can find there books from Iran, from Korea, of course, from US, all over Europe and so on. And again, her idea was to have, not just to have place where people could find books, but to have place where international community could meet and have their events. Mm-hmm. So, can you please repeat the name of the lady? Mariela Nagle. Nagle, okay. Sounds like almost Latvian surname. That's why I'm asking. And I'm not sure how to pronounce it, because it's, she's from Argentina, so... Mm-hmm. Еще немного информации о том, кто будет участвовать завтра в конференции «Книжный дизайн». Например, будет дизайнер Дамиан Берн из Штутгарта. Это тот человек, который, по мнению нашего гостя, может из одной страницы создать целую книгу. А также гость из Аргентины Мариэла Наглы, которая, как бы фамилия звучит, как будто бы она была
была бы местной. Это человек, который создал детский книжный магазин в Берлине. И несмотря на то, что ее книжный салон находится в Берлине, можно найти книги со всего мира, из Ирана, и Кореи, и других стран. К тому же, это не только книжный магазин, но это, по словам Тома, и есть как бы своеобразное место, где люди могут встречаться, люди с разных стран мира, и, скажем, создавать там какие-то свои собственные мероприятия, события. Это скорее пространство для культурного обмена. Нам все стало понятно касаемо завтрашней конференции. Уважаемые радиослушатели, вы можете с удовольствием завтра присоединиться. Уверен, что и темы, и лекторы будут для вас интересны. Мы возвращаемся к нашему гостю Себастьяну. И если вы видите нас в видеоверсии, то вы наверняка видите, что на столе у нас расположены книги. И книги эти – результат работы нового издательства. Но перед тем, как мы коснемся конкретных проектов, забытых книг или вновь обретенных, я бы хотел спросить нашего гостя о том, какова, собственно, ниша, то есть что его отличает от множества других издательств. So the question is, before we turn to your stories, to the authors, again, coming back to the idea that there are so many different publishing houses. So what is your uniqueness? So why are you different? And how are you different? My program, the books I'm publishing, are very focused. So it's only Northern and Eastern European books and forgotten classics. So it's all my authors are dead. I'm only working with translators. Other publishing houses in Germany also publish classics or forgotten classics, but I think Northern and Eastern are quite underrepresented in the German bookmark. So it's popular to discover or rediscover US authors or French authors are very popular in Germany, but I don't know how it is in Latvia, but in Germany, from the northern countries, we only know crime stories, and people forget that they have a really great literary tradition. And from Eastern Europe, I would say, from the German perspective, we don't know so many authors because of the circumstances in the 20th century, the historic circumstances. There are some authors we don't know. For example, a Russian author I recently published is Mikhail Prishvin. I think he's popular in Russia or in Eastern European countries also, but in Germany he wasn't that popular because his life wasn't so easy, or it was a little bit difficult, and he didn't leave Russia and things like that, so he never really arrived in Germany. And authors like him are really in my focus, and I want to bring them to German readers, because, for example, Michal Prishvin is such a wonderful stylistic writer, and he has so great natural things, or the writings about nature is really extraordinary, and I want to bring them to Germany. Mm-hmm. Мое издательство имеет четкий фокус. Оно сфокусировано на авторах из Восточной и Северной Европы. Все мои авторы мертвы. Я работаю с переводчиками. И это так называемая потерянная классика. Классикой те, кого я издаю. На самом деле авторы из Восточной Европы мало представлены в Германии. Во многом они неизвестны. Сейчас у нас модно открывать заново неизвестных или малоизвестных авторов из США и Франции. Но я не знаю, как в Латвии, но часто авторов из Северной Европы мы знаем только по современным детективам. И в то же время эти страны имеют старинную литературную традицию. И многие авторы из-за ситуации в 20 веке так и не появились на книжном рынке в Германии, и их не узнали. Совсем недавно я издал сочинение Михаила Пришвина. Он во многом в Германии неизвестен и, условно говоря, так и не добрался до немецкого читателя. Я бы хотел его, собственно говоря, доставить немецкому читателю. Talking about the Mikhail Prishvin, in the Soviet time it was mostly his small stories, description of nature for school children. Yes. So he was his political issues and his diary, which we talked recently before the program, was actually mainly unknown. Я упомянул, что рассказы Михаила Пришвина, его тексты в основном в советское время были доступны, известны как часть детской литературы. Его дневники, его, скажем, политические произведения были малоизвестны.
So the question is, how are you proceeding? So you have decided this will be your focus, this will be your niche. So what was the next step? Мой вопрос, скажем, следующий. Каким образом Себастьян начинает свою деятельность как издатель? Он узнал о том или создал свой фокус. Каков следующий шаг? I would say because focusing on the design for the conference, the stories are old and the texts are old, but I'm always thinking about that the books I'm publishing are not old, because the books are published right now in 2018 or in 2017, so the books shouldn't look old or shouldn't look like a 19th century or beginning of 20th century. And so I try to create a design in which the books look contemporary, or the design should look contemporary. And that was really important for me, the design, because I know that there are so many books, and my books have to be special. They have to you have it, when you go to the bookshop, you have to see that, and you have to want that, I would say. And so I try to create a design which looks a little bit different from the others. So I have one designer I'm working with. It's only one designer who does every book of mine, but they are, and I always say they look like a family, but they don't look like one after another. So a little bit different. Each is a little bit different. I try to make everything unique and special, but they have to look like a family, I would say. And that was very important to get attention for the books. I would try to sum it up. Mm-hmm. Тексты, которые я издаю, являются старыми историями. Это книги, в то же время, которые издаются в 2017 году и в 2018 году. Таким образом, книги не должны выглядеть старинными. Дизайн должен быть современным. Для меня был очень важен дизайнер. Я работаю с одним дизайнером. И, с одной стороны, эти книги выглядят как бы как члены одной семьи. С другой стороны, все-таки они отличаются друг от друга, и как бы каждую из них можно отдельно узнать. We will proceed with our debates on how you are creating this unique idea of forgotten writers and books which are rediscovered in a couple of minutes after the advertisement break. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим нашу дискуссию с сегодняшними гостями, Себастьяном и Томасом, после небольшого перерыва на рекламную паузу и выпуск новостей. До скорого. Микс Ньюс. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись обратно в студию. Напомню, это программа «Культ просвет», и в студии я, Денис Ханов. Сегодня мы продолжаем наш разговор о книгопечатании и о книжном искусстве, о книжном дизайне. Я уже упомянул в первой части о том, что завтра в Риге в культурном пространстве Nice Place пройдет конференция, дискуссия о книжном дизайне с подзаголовком «Визии». И сегодня в гостях у нас учредитель цикла конференции Том Розаускас, владелец издательства Bravebooks, и его гость из Германии Себастьян Гугольц, также издатель книг и владелец издательства Гугольц. И в первой части нашей беседы мы уже обсудили тему того, насколько нужно быть безумным, чтобы основать новое издательство. Издательство в стране, где издательств очень много. И какова ниша сегодняшнего нашего гостя? А ниша такова. Наш гость находит забытых или неизвестных авторов и возвращает их к жизни, издавая их сочинения. В основном это переводы с различных языков. So, how many languages are or authors or countries are now represented in your publishing house? I've seen some books here on the table from Lithuania, from Scotland, Denmark. And some other. Denmark, yeah. So, right now it's 17 books I published. I founded the publishing house in 2014, and I'm doing just 2 books per season, so 4 books per year, and because the publishing house is just me. It's no other person in the publishing house. And yes, that's all yet, but I'm planning the next 2 books for autumn right now. Издательство мое было основано в 2014 году, и на самом деле я издаю около 2 книг в год, ибо я как бы человек издательства, я один в моем издательстве, и на осень этого года я планирую еще 2 книги. So how are you planning your publishing activities? Is it by chance that you discover a very interesting forgotten book, or
does someone recommend it, or do people write letters asking you to consider how are you doing this? Вопрос о том, каким образом Себастьян выбирает книги для издания. Кто-то присылает ему запрос, просьбу, может быть, кто-то посылает письма, или он случайно находит забытые книги малоизвестных авторов. It's different from book to book. Most of the books are most of the books I'm finding with reading old books or forgotten books or books that are out of stock right now, and I try to find them. But right now I'm working very close with the translators. The translators are really important for me because I have an afterword in each book, and they make some notes if there are historical circumstances German readers don't understand easily, and right now I get many suggestions from translators who come to me, and sometimes I ask them when I know he or she is a very good translator. I ask them to give me some names or to make a sample translation of a book, and I would say like 75% are I'm finding while I'm reading old books, and I think 25%. Suggestions from translators. Книги попадают в мое издательство различными путями. Как правило, я их нахожу сам, ибо я их читаю. Читаю много на различных языках или читаю книги, тиражи которых уже подошли к концу. Я активно работаю с переводчиками, и если переводчики хороши, то тогда я прошу их самих порекомендовать мне некоторые книги, которые я мог бы издать. Но приблизительно 75% изданных мною книг выбраны мною самим в процессе чтения, читаю я много, и 25% это рекомендованные другие книги. So the 75% you are choosing yourselves by reading. So where do you start? Do you read also in other languages? No, I don't speak any language of the books I'm publishing. It's there have been translated many authors. For example, I have three Nobel Prize winners in my program, but they were already forgotten in Germany. No one knows them, but they have been published, so there are old translations I can read, and I'm reading old German translations. Sometimes they are very bad, so I have to try to imagine how good the original is, but sometimes the older translations are quite good also. But I always do new translations of the books because, as I already mentioned with the design, it's important for me to make contemporary books. I don't want to make nostalgic books or something like that. It's really important that the books are contemporary, and that, for example, younger people like me also are able to discover it. And I think it's easier for them if the book looks modern and if the language is not so 80 years old or something like that. На самом деле, в составе тех авторов, которых я перевожу, имеется даже три нобелевских лауреата. Они были изданы, они были известны, но потом они пропали. И нередко мне попадаются в руки старые переводы на немецкий язык. Некоторые из них плохи, и приходится только воображать, каков был бы текст в оригинале, ибо я не владею теми языками, с которых переводятся эти книги. Но для меня было важно, чтобы книга была современной, а современный означает и современный перевод. Таким образом, важно, чтобы эти книги были доступны и понятны для молодых людей. So, contemporary books for contemporary people who read in contemporary way. Yes. How would you describe modern reading? Are there any very important shifts in reading? Do you see it yourself? In German? Yes, could be in German or just worldwide. I mean, do you see the ways how you read which are changing, or are you reading quickly, or are you reading... Me, myself. Yeah. So do you see any changes in the culture of reading? I'm not quite sure, because I would say people who are interested in my books are interested in history as well, and they want to learn something about a foreign language or foreign country and the historical circumstances. And I think my books are convincing people, people have to read slowly and have to read carefully that books, because I would say they are precious books. They are classics in their countries, most of them. And if you want to
if you want to read, you want to read them and you want to learn something about that country and the history of that country, you have to read carefully, slowly, and with an open mind also. And so I think, I don't know if there is a change in reading. I'm sure that for the whole society, the reading rituals are changing. People read more digital and more short text, more news, I would say, in Germany. I don't know how it's in Latvia. I don't think that these people are my audience or the audience of my books. I think people have to like reading to find my books. На мой вопрос о том, меняются ли какие-то тенденции в культуре чтения, наш гость ответил следующим образом. Моя аудитория, люди, которые интересуются моими книгами, они интересуются также и историей, и обстоятельствами какой-то конкретной страны, поэтому читать необходимо медленно и обстоятельно. Именно этим и ценны книги, которые я издаю, ибо люди хотят узнать что-то о других странах, и для этого им необходимо читать, открывая их собственное сознание. Конечно же, несомненно, ритуалы чтения меняются, и в моей стране тоже люди читают все больше в дигитальном пространстве, читают больше новостей и таким образом читают быстрее, но читать нужно все-таки медленно. Anytime. About what Sebastian was mentioning, retranslating or translating old text, and once he told me about one interesting case that in one of the texts there was some words which were normal at the time book was written, and now we consider this as something racist. Mm-hmm. And this was also interesting case. Maybe you want to tell more. Небольшая реплика Томаса о том, что Себастьян рассказывал ему о том, что в одном из текстов, который он собирался издавать, существовали слова в переводе, которые сейчас мы каким-то образом описываем как российские, слова российского толка. Тем самым, может быть, наш гость мог бы рассказать об этом детально. Yes, if you could elaborate on that. This is a difficult question because you have to argue or to discuss that with the translator, and I would say, from my opinion, and that's what I did with that book, is you have to see that this book is a historic book, and this racist language, or today, from a today perspective, racist language, maybe wasn't that a racist language in that time, and I decided to leave the word as a racist word, so it was Negro, and it was a text from the beginning of the 20th century, and it was the word was used in a way that you see that it was not meant as a racist word, as it would be today if you say that word today. And but I had that there was some troubles with the designer. I don't know if I told you that. Yes, because the designer always reads some pages of the book and tries to get an impression of the style of the book and tries to find a design. And he said, I won't design a book with a word like that in it, and that was really complicated to argue against his opinion. And but I did it. And what was the result? He designed it. So it was the opinion. But did you add any note? Yes, I did add a note, but not because of him. It was my plan before. We put a note on that word and explained that he wasn't use it in a racist way. Уважаемые радиослушатели, продолжение истории с российскими словами или текстами. Себастьяну пришлось обсудить эту тему с переводчиком, а так как книга все-таки историческая и текст в какой-то степени принадлежит конкретному периоду, то в тот период, когда слово «негр» использовалось, оно не носило, скажем, той коннотации и той нагрузки, которую несет сейчас, и не было истолковано как российское слово. Тем самым получилось, что это слово пришлось оставить или Себастьян хотел его оставить, но появились проблемы с дизайнером книги, который отказывался создавать дизайн этой книги, если это слово присутствовало. В результате нашему гостю удалось его все-таки переубедить, и дизайн этой книги был создан, и существовал также комментарий, который объяснял смысловую нагрузку этого слова. Maybe I can add one other thing, because some of the books I published were
translated in the first time with some censored pieces. So, so you mean the full text? The full text, yes. Okay. And then when it was translated and published in maybe the 20s or the 30s more often, there were some parts left outside. And for me, it's very important to publish the book as it was meant by the author and not censored, uncensored, because I think that's, as I said before, that's a way to show the respect to the work and show how precious the real work, the original is. And it's very important to re-censor. Небольшое добавление к истории. Часть книг, которые были изданы нашим гостем, впервые издавались после того, как текст был подвергнут цензуре в 20-е или в 30-е годы, особенно в 30-е. И для нашего гостя сегодня очень важно создать перевод полного текста. Это своеобразное уважение к автору. Таким образом, необходимо было вернуть как бы из мира цензуры эти тексты в полном содержании. Well, there is one story, as far as I know, that some quiz show has helped you to actually kick off your business. So, can you explain us how and why? So, maybe as you saw in the interview before, I'm a very idealistic person, and I was very naive, and I was founding the publishing house with nearly no money. And after a short time, I saw it doesn't work like that for a longer period. And so I tried to come to a quiz show, to a television quiz show, because I thought that's the best way to earn money. And as you already said, it worked out. I won, I think, a quarter million euro. So great, much money. And it was strange, but I think one point for that, or one thing that led to that, is that the people from the TV show, they really liked my story, that I'm a publisher and then that I published that old books. They always thought, oh, it's funny, he's a nice person to do that, but they didn't think that I would win that money. They just wanted me to enjoy, to be in the show and to be entertaining. But in the end, I won the money. Yeah. So that's so really great. You had to answer some questions. Yes. How was it? Okay, so it was a really quiz. It was a big quiz show on Saturday evening in television. And which TV? ZDF. Oh, so one of the two biggest television in Germany. And it was 3 years ago. But the story still exists. Great. Уважаемые радиослушатели, теперь последует очень интересный рассказ о том, как наш сегодняшний гость получил очень существенное влияние капитала в его бизнес. Речь идет о том, что Себастьян долгое время, по его собственному выражению, был наивен и пытался создать издательство без финансовых средств. И понял, что таким образом создать издательство невозможно. И решил участвовать в телевизионной викторине, на самом деле в самом крупном канале немецкого телевидения ZDF. И все у него получилось. Он выиграл в этой телевикторине около 250 000 евро, что помогло ему для основания его издательства. И автор этого телевизионного шоу, он им очень понравился, и им очень понравилось то, что он издает старые книги, но они не были уверены, что он выиграет в этой викторине, но у него все получилось. Now we still have time for about one question. You have a variety of books which you brought here. So when you choose the author, the country, and the plot, do you think about the historic background of the country? For example, the Lithuanians, it's most probably the tragic period of the 20th century, the occupation, the Soviet power, or some other tragedies which are behind the authors and books. So do you make some kind of research, or is it the emotional way? How do you find the way to the author? For example, the Antanas? Schema. I always put in afterwards and notes to bring the circumstances to the readers, and I'm always researching and reading much about that too, because that's very important. For example, Antanas Škėma, the Lithuanian book, is a book. It's very autobiographical novel, and he went to New York to exile, and it's a story about his exile in New York, and that's very interesting and important for me to bring the circumstances to the readers, so they
because that is a key to for the understanding, I would say, for a better understanding, for a deeper understanding of the text, and that's very important for me, yes. На самом деле, каждая книга сопровождается своеобразным послесловием, а также детальными сносками. Происходит изучение определенного контекста. Например, если я упомянул книгу Антанаса Шкема, то речь идет о том, что это автобиографическое произведение, роман, который рассказывает о его эмиграции в Нью-Йорк. И подобная, скажем, история конкретного автора является и ключом к изданию книги. Do books sometimes resist? The books resist? Yeah. For being republished, what do exactly. you mean? So you are reading, you love it, and you don't. It's something within the book which doesn't really help you to decide. So how do you create the dialogue with these books? Do they talk to you? I would say I never thought about that in that way, but I think some books resist, but sometimes I have to admit the ancestors, is it the right word? The ancestors resist, and they don't want to have that book published in a small publishing house like mine. That has... You mean the family of the yes, author? Yes, the family of the author, yeah. Because the authors are already dead. Then I had that two times that the family of the author said, we don't want to see it published in a small publisher small publisher like yours. We want to have to see it published in a big publishing house. But sometimes the book also resists, I would say, and then I accept that because maybe someone else is. It has a stronger connection to someone else, or maybe not. But there are so many books which are worth being rediscovered or being discovered for the first time. So I accept that and I go to the next book, and maybe that is speaking to me. Я спросил о том, сопротивляются ли иногда книги, и Себастьян ответил, что сами книги иногда сопротивляются, но также сопротивляются и наследники некоторых авторов, ибо они говорят, что они не хотели бы, чтобы книги эти были переизданы в малом издательстве, они желали бы увидеть эту книгу в крупном издательстве. Таким образом, получается, что я оставляю эту книгу в покое и обращаю свой взор на другие книги. Well, but they probably did not know that also small is beautiful. And your books yes. are beautiful indeed. So I really enjoyed our talk today. Thanks for coming, for your energy and for your story. Thomas, thanks for bringing again a wonderful guest to our radio. So we will certainly follow your conferences and debates on book design. So I wish you all good luck. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушали нас сегодня в таком несколько сложном формате. Я надеюсь, перевод мой помог вам каким-то образом подключиться к нашей дискуссии. Напомню, что сегодня в гостях у нас были Том Розаускас и Себастьян Гугольц, основатель нового издательства. Основано оно было в 2014 году, Google Verlag. Большое спасибо. Мы встретимся на этой неделе дважды. В среду мы встретимся в 3 часа, в неурочное для нас время. И в гостях у нас будет российский дизайнер Музея современного искусства Эрарта Даниил Вяткин, который в среду же представит свою лекцию о современном российском плакате. Большое спасибо. Напомню, что Родион Золотарев был сегодня за пультом. Большое спасибо, коллеги. И мы встретимся с вами снова в среду. Доброго вечера и до свидания.